Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер один. Да. Господи, кто же еще? И сегодня обзор на Black Veita. Это кто смотрел прошлое видео, тот знает, что это, кто это. Вот. Сначала, это чтобы не палить его. Да. Сначала вам скажу то, что он самурай. Я сделал его именно не качком, я его сделал просто большим, и не качком, вот так, скажем так. Потому что он самурай, опять же, говорю. Также, как я придумал его имя, он большим весом черный, но также есть белые какие-то штуки. Вот, и поэтому я его назвал Black White. Но подумал, что Black White, не очень круто звучит Black White, черный и белый. Поэтому Black White просто переставил, заменил букву, и получилось прикольное такое имечко, Black White. Вот. А давайте, наконец-таки, приступим к его обзору. Он достигает 51 сантиметра. Этот наш самурай достигает 51 сантиметра в высоту, что почти как мой титан Лего Стайл, да. И кто подумал, что я разобрал Стайла, чтобы его сделать, нифига подобного. Вот, собственно, вот так они оба выглядят. Конечно, вот он больше, но если этот еще выпрямит шею, то Лего Стайл будет вот настолько больше. Вот, то есть они почти одинаковые, но этот намного меньше деталей затрачивает. Вот, в отличие от своего собрата, он очень подвижен. Вот руки только неподвижные, а так ноги и все такое, все это будет показано потом на фотках, да, после обзора. Давайте начнем как бы с ног. Первая фаза ног, скажем так, сделана вот так, то есть здесь обычные, я не геморрился, обычные поставил вот эти вот ступни просто друг на друга и все. Здесь, значит, я использовал головы от Агори, чтобы закрепить все это. Здесь колеса сами, без шин, вот. Собственно, вот так вы можете все это видеть. Также сзади у него огромная катана или секира. Говорю, все фотки будут потом. Вот, то есть я вам просто вот так вот покажу. Таз, естественно, идет. Дальше у него поворачивается торс. Это очень круто для титана, я считаю. Торс поворачивается, это что-то с чем-то. Как мне это... Опять же, все на фотках покажу. Руки вот так выглядят, собственно, шины здесь сделаны. Стражи штуки взял. Очень крутая эта деталь, которая идет почти каждой самоделке. Я вам скажу, что здесь есть одно хфшное тело. Вот оно. Я думаю, вы его видите. И оно держит, собственно, вот эту броню. Здесь вот тоже, опять же, колеса. Очень прикольно смотрится. Голова, как у Лего Стайла практически. Вот, как у него была раньше. И он может так удивляться. Что? Вот. Сейчас вообще утро. Часов 8. Вот. Значит, он оснащен еще такой же пушкой. Пушка 100% она сметает любого, кто не стоит, допустим, на 4 конечностях. Да, даже Лего Стайла смела. То есть там, на самых маленьких 1, побольше 2, и на титанов 3. Вот. Также здесь для красоты вот там вот что-то сделал такое. И да, вот здесь для примера башни Мстителей. Вообще вот так вот все это выглядит вместе. То есть видите то, что он не качок, но пропорции соблюдены. Вот. Да, это был такой обзор на Black White. Собственно, что здесь еще обозревать? Я маленькие самоделки я больше обозреваю, потому что я разбираю там по частям, показываю, а тут его так особо-таки не разберешь, потому что он огромный, его очень сложно с ним совладать, потому что он ужасно плохо стоит. Да-да-да, он плохо очень стоит. Поэтому он к стенке. Нет, Стайл-то стоит. Вот, а этот нет. Да. Теперь фотки, я думаю.
вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, с вами был я, Лего Стайл номер 1.